снять. Так мы поздравление такое делаем горожанам. Себя увидите на интернет-сайте. Что, напишем? Да, 2-3 строчки. Маленькой елочке холодно зимой, и из лесу елочку взяли мы домой. Игрушки повесили, стали хоровод, весело, весело встретим. Спасибо вам большое. Представьте хотя бы, как вас зовут, хотя бы имя. Владимир. Спасибо вам большое, Владимир.